Всем добрый день! Хочу показать вам, что я буду делать с бегонией великонией. Вот посмотрите, перед тем, как занести домой, я вот эту всю часть, листья все срезала. Теперь это все нужно вытащить. Вот видно? Вытащу обязательно, видите, да? Вот этот грунт весь я убрала. Лишний грунт все убрала. Беру чистый горшок. Вот видите, да? Вот, все убрала. Беру чистый горшок. И насыпаю новый чистый грунт. Сажаю в чистенький обработанный горшочек. И вот с этого я буду делать череночки. Вот сейчас это я посыплю. Все пролью октарой. Октарой пролью. По листу обработаю абероном. Одену сверху пакетик. Вот это все постоит у меня день. Вечером все уберу. Все чистенькое поставлю для черенков. Наращивания черенков. Вот так вот все буду делать каждый горшочек. Всю беликонию. Чтобы оно, растение, было на улице. Чтобы не занести никакие болячки, никакие заразы. С улицы обрабатываем все растения. Всегда. Всем пока!